Всем доброе утро. Вот писал, что отсажу эту кочку, но я смотрю, они хорошо вдвоем справляются, поэтому отсаживать не буду, она будет досиживать вместе с этой уткой. Вот что я хотел с этим показать. Вывод здесь не заканчивается. То есть вот если убрать кого-нибудь из них, то вот сегодня 3 августа. Сегодня пришел, а сегодня четверо. Хорошо, что у меня есть куда их подсадить. У меня кочка водит 90, но там уже немножко больше, так как отсюда уже я забирал цыплят. Сейчас я этих заберу и тоже отнесу к кочке. Я думаю, что там, где 90, там и 100. Она даже не поймет, что добавились новые цыплята, так как их очень много, и различить она их не может. Ну, сейчас придем на второй двор и продолжим. Маленький живой. Все, пошли. В общем, пришел, а тут скандал. Цыплята устроили, так как закончилась водичка. Хотя сейчас 6 часов утра, но их много, надо будет поставить вторую поилочку. Вот насыпал им корма и налил водички. Этих от той квочки я цыплят принес вот так в ведре. Сейчас пущу их. Я думаю, что курочка даже не заметит разницы. Давай. Оп-оп, чуть не уронил. Раз, два. Вот, одинаковые. Прям никакой разницы. Ну, единственное, это немножко видно, что у тех, которые постарше, отросли крылышки. Это им третий день или четвертый. Ну, в общем, разницы нету. Вот спрашивали, зачем красная лампочка. Она для того, чтобы цыплятки вот под ней хорошо грелись. Пьют водичку. Здесь пока все хорошо, не пропал ни один цыпленок. Ну, несколько, конечно, я вижу слабеньких, но в основном все в порядке. Этих они поздние, я решил сразу пропоить трисульфоном. Вот уже третий день они пьют водичку с трисульфоном. Потом пропьют 5 дней трисульфон, и я их пропою чектоником, витаминчиком. Так как все равно они уже поздние, и куры долго несутся, само яйцо уже, ну, не сильно крепенькое, слабенькое, можно считать. И чтоб никто не пропал, ну, тут какой-то был серенький один, я его сейчас не вижу. Такой слабенький, который плохо ест. Ну, под красной лампой камера даже не передает свет. Вот если смотреть на этого цыпленка, то он пепельный, а под красной лампой на камере кажется совсем другого цвета. Вот так. Вот уже и я даже не вижу, где те цыплята, которых я только что подсадил. Как водички хотели. Пришел, а здесь там крик стоял от того, что не было водички. Ну, сейчас, потом в обед поставлю баночку и вечером на ночь поставлю две, так как ночь длиннее. Сейчас не буду ставить, до обеда им точно хватит. Ну, вот и все. Цыплятки поживают хорошо. Курочка не переживает, что их сильно много. Она привычная. Так что все хорошо. Все сухенькие, никого нету. С поносом, ну, я имею в виду, засранных нет цыплят, все хорошие. Вот есть такие манюхонькие. Ну, яички были не крупные. Ну, рассказал все, что хотел на сегодня. Всем пока.